это до сих пор работает. Новая версия приборки от Квани. Только покажи мне лог заезда. Ну, заезда еще не было, но текущий лог из закрытого парка такой. Нормально, да, раз. Итак, стою в очереди на свою квалификацию. У нас сегодня из-за погодных условий дали 3 попытки. То есть получается первая прогревочная, потом 2 в зачет. Но потом решили, что все 3 будут в зачет. Так что вон. Народ болеет, все нормально. Андрюха, он приехал поболеть, красавчик. Кстати, омские болельщики, вам пример. Пацаны приезжают в другие города потусоваться на дрифте, поболеть за наших. Классно. Спасибо всем, кто болеет. До встречи на разгоне. С вами Андрюха Паули, со мной сегодня коллега по цеху Илюха Столица. Он сейчас живет в Екатеринбурге, но сам он так, из Перми, а я из города Екатеринбург, всем привет. Ну и начинаем мы отсюда, народа слева направо, много. Начинаем мы с первого участника, Вить, ну ты у нас открываешь. Виктор Щеклейн, его BMW E30, город Екатеринбург, аплодисменты. Бурный, бурный, бурный. Было цепира. Но. Александр Паев, УМТ Моторспорт, аплодисменты. Слушай, мы почти до 85-й стартовый номер. Зиновьев Никита, также город Тюмень, Ниссан. О, фотокарточки есть. Ребят, подходите, знакомьтесь с Никитой, город Тюмень. Отвалиться в топ-32. Все рады, довольны. Вадик говорит, хорошо, колеса не надо будет менять. Шутка, шутка. Сейчас поедет Саня. Будем болеть за наших. Так, теперь уже у группы поддержки начинается истерический смех. Следующий заезд у Лехи Осипова. И вся надежда походу на него, потому что мы домой.
Так, а у нас тем временем на трассе последняя надежда города Омска в этих соревнованиях. Осипов Леха. Это у нас Шап Глеб и его сотый Чайзер. Аплодисменты. Двигаемся дальше по омским пилотам. Это у нас максимально интересная платформа. Мне подсказали знакомые с Омска, что готовьтесь, к вам едет сила. Этим пилотам. Вас много, их тоже много. Давайте на них пошумим на счет 3. 1, 2, 3. Дайте шума!